Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сети Родина Ролиплей, Южный Округ. У них здесь Кирилл Путбуль, не забывайте вводить миг при регистрации, вы мне этим очень поможете, при достижении третьего уровня мне капнет денежка. Итак, сегодня я буду покупать свою первую машину, потому что нужно на чем-то передвигаться. Кстати, какая симпатичная Audi. Это, по-моему, какая-то Audi. А6 это. Такая довольно-таки симпатичная. Блин, почему я этих машин не видел на первом сервере? Серьезно. Почему я эти тачки не вижу на первом сервере? Реально, что редко их встретишь, такую машину, прям Audi. Что первый раз вообще вижу. Ну да ладно, поехали. Не знаю, сначала, наверное, в средний класс заедем. Потом, наверное, в низкий заедем. Посмотрим, что там продается. Ну, не знаю, хотелось бы что-то купить себе. Такое более... Ну... Где-то до... За 250 тысяч, это вот так вот, потому что еще бабки нужны будут на дом, я думаю. Чтобы не на вокзале тоже быть. Поэтому... Хотя можно будет подкопить еще бабок. Ну, не знаю, посмотрим. Я бы машину хотел сначала купить, потом уже, может, дом купим какой-то дешевый. Хотя бы. Чтобы просто жить, а то на вокзале такое, потом на парковку и ставить машину. Так, что здесь у нас есть? А, так, 320 тысяч, ого. 500 тысяч. Это сколько стоит? 2 миллиона она стоит. Ого. Ну, Камри лям 100 стоит. Десятка стоит 210 тысяч. Ну, вот десяточка, кстати, неплохая. 210 тысяч стоит. Так, это у нас 330 тысяч. Так. Во, 200 тысяч стоит вот такой вот Volkswagen. Хотя не знаю, есть смысл брать или нет. Но он такой прикольный, 200 тысяч стоит всего лишь. Volkswagen GT. Блин, не знаю, 200 тысяч стоит всего лишь. А это сколько стоит? Это 900 тысяч стоит. Это, кстати, прикольная тачка тоже. Ну, не знаю, пацаны, что брать даже. 560 тысяч. О, вот, эту Хонду я тоже не видел вообще просто. 250 тысяч стоит. Но Хонда мне это не очень нравится. Какая-то не очень симпатичная. Хотя... Hyundai... А, это Hyundai, это не Хонда, это Hyundai. Не знаю, пацаны, он... Скажите, как-то сзади на это, на Веспу похоже, честно говоря. Не знаю, не знаю. Так. 700 тысяч стоит у нас это. Так, тут Паджерики я вообще не видел тоже. Ну, я не знаю, вот этот можно Volkswagen взять, либо взять десятку. Такая бэха тоже неплохая. Ладно, поехали тогда в низкий класс, посмотрим, что там продается. Блин, конечно, можно было на Баурынок поехать, что-то там найти, но... Не знаю. Не знаю даже. Лучше, я думаю, здесь брать. Хотя, блин, тюнинг дорогой же ж очень. Хотя в стоке поездим, наверное, думаю, первое время. Но я еще с тачкой не определился, но Volkswagen можно за 200 тысяч взять. GT, который. Ну, а здесь... О, тринашка есть. 150 тысяч стоит тринашка. Блин. Тринашка такая симпатичная, конечно, машина. Но все же, я не знаю. Так. Ну, семерка это не мое. Не, ну, семерка, конечно, охуенная тачка, но... Я не хочу себе семерку. Серьезно. Ну, блин, не знаю, только раз еще тринашку купить. Да и все, больше здесь ничего нету. Вот Opel есть за 170 тысяч. Но мне что-то не очень нравится. Вот тринашка есть, блин. Может еще тринашку купить. И не париться. В натуре может тринашку купить. Стас все-таки. Она вроде валить должна еще. Блин, вот серьезно, я даже не знаю. Ну просто этот Volkswagen мне не очень нравится. И... Это дешевле тринашка на пару тысяч. Поэтому, не знаю, наверное, тринашку возьму. Скорее всего. Ну да, тут больше нечего брать. А там я бэху бы себе взял бы, но... То есть здесь нету и 39-й. Ну, она есть, но ее здесь не продают, видите. Ладно, да, тогда берем, короче, вот эту тачку. Это у нас, получается, тринашка. Берем тогда ее.
Так, 150 тысяч, купить. А если вы не припарковали свою машину, то в течение определенного времени ее отвезут на штрафстоянку. Это чтобы так, это понятно, возле дома, на парковке, в гараже. Принять. Вот, пацаны, все. Мы купили себе первую нашу машину. Она еще заниженная, капец. Блин, четкий таз, пацаны. Вот тазы, блин, рулят. Реально. У нас остается 350 тысяч. Но я ее покрасил. Давайте поедем, я ее покрашу. Я хочу ее очень покрасить что-то. Что-то, видишь, у нее колеса чуть проваливаются сзади. С одной стороны, что-то не то с ней. Видите, с одной стороны у меня колеса проваливаются. Ну хули, таз заниженный, это нормально, пацаны. Арки гниют просто. Не, ну блин, она такая чётенькая, посаженная просто. Соска реально. Просто соска. Так, вот мы приехали к этому месту. Блин, а куда на первое время машину паркануть, я вот не знаю. На вокзале если паркануть, разве что. Так, лопаты, набор для инструментов, для починки возьмем, так. И канистру куплю на всякий случай. Так, баллончик с краской. Окей. Хотя я думаю, хотя не, нам одного, думаю, хватит. Чё, блядь? Так, что-то непонятно, видели на... Так, баллон, 176. И давайте один, наверное, сделаем. Давайте покрасим ее быстренько. Во, такой цвет, я думаю, ей пойдет. Прям будет булочка. Просто булочка, реально. Так, я думаю, она выглядит довольно-таки круто. Но нитро на нее ставить я не буду. Давайте поедем в тюнинг, посмотрим, сколько на нее... Угу. Съездил в тюнинг. Так, давайте рэп-кар пропишем. Во. Съездил в тюнинг называется. Блин, вот тринашка реально годная такая. Прям красивая. Мне нравится даже очень. Посаженная такая прям. Ну, если вот это колесо в арку не... Ну, хотя и так нормально, это же тринашка. Сойдет. Ну да, можно было Volkswagen взять и типа на марку там и так далее, но... Тазы валят, пацаны, тазы валят. Она такая шустренькая, тем более. Так, тормоза нет, двигатель. 220 тысяч, не, дороговато. Сцепление. 190 тысяч, тоже дорого. Снижение веса. Усиление максимальной скорости. Ну вот это, в принципе, можно купить на 8 единиц, типа. Хотя не знаю. Хотя давайте купим, ладно. Так, резина. Резина на слике сколько стоит? 90 тысяч. Достаточно усиления разгона. Блин, ну нам потом денег не хватит, наверное, на дом. Блин, тогда мы не будем это ставить. Резина, подвеска. Блин, надо было, наверное, максимальный разгон купить. Ну ладно, мы купили просто улучшение. Ну потом подкупим баба, купим, чтобы разгон у нее лучше был. Вот так у нее максималочка типа увеличилась. Давайте проверим ее максималку. У меня нитро на ней нету, вообще ни хрена нету. Так, давайте. Конечно, заднеприводная тренажка, это такое себе дело. Так, и сколько она поедет, давайте посмотрим максимальную скорость ее. Ну, грубо говоря, 160 километров. Ну, довольно-таки неплохо, я думаю. Вообще заебись. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. 'Cause I was from the city.